Доброе утречко всех, всех с праздничками. Здравствуйте. Как вы там живы-здоровы? С праздником всех. Вы все живы? Столько праздников много, что ходят люди, посевают, встречаются, колядуют. Да, мы сегодня снова ждем гостей. Хотелось бы, чтобы они подольше посидели, но они очень резвые такие. Сюда скок, туда скок, убежали. Витя кажется, сегодня буду строить, чтоб сидели. Киевляне приехали в гости по этим, бабушке привезли вечерю, ну и походу уже до братьев, до сестер, до всех. Да, мимоходом на машине. Там жарится, да. Слышите шумок, да? Рыбка жарится там что-то. Да, и картошечка на пару готовится. Ребятки, как ваше настроение? Как праздничное настроение? Все довольны? Мы довольны, да, Витюша? Да, колядники, посевальщики, все равно. Так у нас и не нравится, когда овес, пшеница же. Цельная, да. Я так и, уголочки позаметала. И позаметала так трошки, воно так овес смотрится золотой. Ага. Ячмень красивый. Так что вот так, настроение прекрасное, погода морозная. Сегодня минус 7 ночью было. Минус 6, сейчас да, минус 3. 6. Но обещают там снежок, по-моему, завтра. На данный момент просто погода хорошая. Изморозь лежит на земле. Снега нет. Подморозило, что грязи нету, очень хорошо, прекрасно. Солнышко. Да, хорошо. И настроение. Отличное, судя да. по солнышку, и у нас настроение солнечное, хорошее, веселое, задорное. Витя будет песни петь, сейчас Олег придет, мы тоже ему дадим гитару, он же нас тоже здорово поет. Попытаемся что-то снять, посмотрим, как пойдут на встречу. Да. Нет, не все желают, помните, мы говорили на эту тему. Но если возьмут гитару, то, понятно, будем снимать. Хорошие песни. Сегодня слушала столько колядок, столько... Ну, вчера просто Олег вчера говорит, Витя, а ты где на работе? На вчера работе. У него настроение было. А сегодня уже будет, ну, да, он его, Олежек, ну... Ну, мы редко, все реже его... стали видеться, потому что они далеко живут. В столице. Он, его трудно остановить. И тяжело завести. Сейчас сдвину сковородку, чтобы не горело. Так что в ожидании гостей мы снова, ребятки, шуршание, шипите, ну терпите, плита есть плита. Хотелось бы, чтобы вы нам написали, как вы отметили Новый год и Рождество, какие у вас, может быть, у нас какие-то, знаете, как в каждом районе, в каждой области есть свои разные там... Обычаи, традиции. В один голос, да. Традиции, да. Напишите, может что-то у вас по-другому. Я знаю, на Западной все по-другому. Кто-то написал, многие написали, что почему пели веселые песни, а не тихие, спокойные, с колядками. Ребятки, ну опять же. Хотя любой батюшка, радуйтесь. Да, да, радуйся. Это и есть радость. А радость, да. Какая песня там? Громкая, ну, она, громкость. Громкая. Ну не будешь там, ну давайте петь тогда на... Полголоса, тихонько. Да. Мы праздновали Рождество. К нам пришли дети. Это уже первый признак того, что мы этот праздник празднуем. Второй признак, что нам хорошо, весело на душе, что у нас детки в доме, боги в доме. Это правда, да? Тире. Гости в доме, боги в доме, а тем более дети, внуки. Вот. Так что нам на душу пришло, то мы и пели. В нашей области, ну, колядки вот эти, ну, поют только люди при входе в дом. Вот. А так, чтобы застольные у нас, на Западной Украине, мы вот сколько с Вики там были, там, понятно, люди более входящие в церковь, более такие у них, ну, все по-другому. То есть они даже в какой-то день вообще ни магазины, ни базары, все закрыто. В какой день, чтобы я не спутала? В субботу чи воскресенье? Да сейчас у Польши зробили. У нас более упрощенный, скажем так, этот самый, такое отношение или не отношение. Ну, тем более у нас город у нас. Это как тут Красноярские, да. Донбасс, Донецкие. Город-то строился изначально. Строился с нуля, с колыша. Люди ехали со всех сторон. И все, понимаете, тут разнобарное, разносортное. Это, да. Многонациональное. Я не городской, я очень долго привыкал до города. Представьте, что город был новостройки. Грязище, там это. Ой, помнится. Ну, для меня железобетон, чисто для душа моя долго не могла
прирасти как бы, в городской жизни. А я наоборот никогда в селе не жила, и поэтому я никогда, скажем так, ничем не перебираю. То есть, если я приехала к Витиной маме, да, мыли, подметали, убирали, посуду мыли, куховарили, все как дома. Ну, так, тут такая жизнь, там такая, там нет воды. Воду нагрели, помыли, в трех водах сполоснули, вытерли, поставили. Тут течет вода. То есть, немножко по-разному. Также относительно там бани, ванны и все остальное. Ко всему привыкается. Где-то мисочка, где-то не мисочка, там ведерце, что-то там плюх-плюх. Ну, так-то и так. То есть, я не для меня тоже же это дома так. Вот эти, как там говорили, кролятники, именно. Ну, для бабушек вот эти дома. Дома, они какие. Которые жили в селе, для них. Девятиэтажки, пятиэтажки, там это. Ну, без всяких там. Было мне, квартиру получить, жить, конечно. Не то, что там сталинские были, там трехметровые потолки, не хватало квартир. Тут всем хватало, все хорошо, просто душа непривычна была, мене. Понятно. Покаже потом, что там дерева так поздно садилися, это поле чудес, там планировали, посади дерево, хай росте. Воно ж прекрасно, дерево йому время надо. Это ж планировка города, понимаешь, когда они только распланировали, уже давно были уже. Та сразу надо. Мы ось даже строили вот это МЖК, строили. То мы деревья оставляли, то поля. Тут эти пришли безбожники, торгаши. Взяли такий там каштан був хороший. Груша, мы и берегли грушу. Взяли, спиляли. Видели, мешали. Так что все, Витечка, ты закончил уже, Давай теперь людям сделаем, давай людям скажем, чтобы дальше отмечали праздники, чтобы дальше улыбались и веселились. Да, впереди еще у нас. Впереди. Ой, много впереди. Крещение. Да. Сначала Василя. Миланка, Василь, 13-е, Старый Новый Год. Да, будем праздновать. Саш, потом уже ж крещение. У меня баба Миланка была, и для меня, что, еще и кажут, вот если что-то недовго, так и не тривке, то от Миланки до Нового Году. Ага. Миланка і сразу ж Василь зустрічається. Да. У нас знайомі є, Василь, ми там збираємося, переодіваємося, обов'язково жінка Василя переодіваємося, Миланку хлопці, мужики. Такі ногасті, ще я то, що ноги волосаті. В общем, ребятки, вам натхнення на следующие праздники. І сьогодні продовження праздника. Празднуйте, веселитесь, готовьтесь, встречайте гостей. Здоровечка вам. Потому что тяжеловато. Кушаешь, выпиваешь, кушаешь, ходишь где-то. Это стресс такой немножко для организма. Но все в меру, все пост, в норме. Зато стеки пост. Да. Все, всем успешного дня. Ждем гостей, ребятки. Ждем? Да, ждем. И я золотую песню. Такая на душе. Она мне хорошая. Что было у Вити на душе, так? Да, более она кажет. Она там, такая, песня. Очень хорошая, душевная, именно философ, именно жизнь, как она это. Жизнь, она и есть жизнь, правильно? Все, будьте живы и здоровы. Да, послушайте песню. Да. Пока-пока, до встречи! Не живи, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золота охвачены. Я не буду больше молодым. Увиданье золота охвачены. Я не буду больше молодым. И теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком. И страна березового сица не
забаешь, шляться босиком. И страна березового сица, не забаешь, шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже-реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скромнее стал в желаниях. Жизнь моя, и ты приснилась мне, будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тлены, иссякает с листьев клёна медь. Уже ты всегда благословенна, что пришло расцвесть и умереть. Уже ты всегда благословенна, что пришло расцвесть и умереть. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охвачены, я не буду больше молодым. Увиданье золотом охвачены, я не буду больше молодым.